Уважаемые любители футбола, мы рады приветствовать вас на сегодняшней игре, за которой... Посмотрим на состав хозяев. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне... Уважаемые любители футбола, мы рады приветствовать вас на сегодняшней игре, за которой... Посмотрим на состав хозяев. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне... Уважаемые любители футбола, мы рады приветствовать вас на сегодняшней игре, за которой... Посмотрим на состав хозяев. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне... Уважаемые любители футбола, мы рады приветствовать вас на сегодняшней игре, за которой... Уважаемые любители футбола, мы рады приветствовать вас на сегодняшней игре, за которой... Посмотрим на состав хозяев. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь... Ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне... Уважаемые любители футбола, мы рады приветствовать вас на сегодняшней игре, за которой... Посмотрим на состав хозяев. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне... Уважаемые любители футбола, мы рады приветствовать вас на сегодняшней игре, за которой... Уважаемые любители футбола, мы рады приветствовать вас на сегодняшней игре, за которой... Уважаемые любители футбола, мы рады приветствовать вас на сегодняшней игре, за которой... Уважаемые любители футбола, мы рады приветствовать вас на сегодняшней игре, за которой... Сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контратак и дальних передач в зоны, которые этот прессинг открывает. Посмотрим, как все сложится в этом матче. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Роберто Перейра. Он накручивает соперников одного за другим. Как же так, он не попал, а? Такая возможность открыть счет уже на первых минутах матча. Не хватило ему собранности в этом эпизоде, но игра только начинается, и моменты еще наверняка будут.